Кита и горбуша – это два вида тихоокеанских лососей, которые скатываются в море в первое лето жизни и проводят основную часть жизненного цикла в Тихом океане. Остальные виды могут нагуливаться в течение нескольких лет как в пресных, так и в морских водах. При этом у всех видов случаются скаты мальков в первое лето жизни. Например, малек кижуча в реке может провести 2, а то и 3 года. В то время как морской период жизни может быть ограничен всего лишь одним годом. Правда, иногда встречаются рыбы 9-летнего возраста. Это экземпляры, прожившие в море около 6 лет, способные достигать веса 14 килограмм. В то время как обычный вес особи кижуча составляет 3-4 килограмма. На нерест этот вид тихоокеанских лососей поднимается в конце лета, начале осени. То есть практически идет последним из всех тихоокеанских лососей. Он заходит в реку тогда, когда уже остальные виды отнерестились. А дальше все протекает по единому сценарию, который узаконила природа для его сородичей. Кижуч по мере продвижения вверх по реке абсолютно не питается и приобретает яркий нерестовый наряд. А после нереста умирает, оставляя, как и все прочие тихоокеанские лососи, останки своего тела на корм будущему поколению.